Знаете, что самое сложное в работе учителя? И это даже не проверка тетради, не работа там с детьми. Нет, самое сложное в работе учителя – это работа с родителями. С родителями, которые говорят: «А вы должны, вы обязаны, вы не научили, как вы там, вы не смеете, вы не имеете права». Дорогие родители, а вы не должны научить своего ребенка хотя бы одному уважать учителя, слушать его на уроки? Может быть, тогда ваш ребенок будет лучше запоминать информацию? Может, тогда ваш ребенок будет лучше делать домашнее задание? Попробуйте научить хотя бы этому, уважать учителя.